50 надо. Так, ребят, сейчас вернусь с водой. Так, все, я здесь, ребят, сейчас я переименую, там, помню я названия длинные были, а в первом Старкрафте не работают реплеи. Кстати, стрим еще надо переименовать, прошу прощения. Так, Maps Replace. Так, ладно, тут несколько переименовал. Кстати, секундочку, ребят. Поменяем текст. Поехали. Ну, сейчас пару, я думаю, пару часиков, часов до 6, может, 7. Темновато здесь, так. Сейчас я тут закреплю все. Ну что, Фанни? Well, Fanny, это не наша сэр Фанни, это, кстати, из чатика, наверное, он. Вот. Так, сейчас, секундочку.
Ну, завтра, кстати, достаточно такой плотный день во втором StarCraft. То есть завтра будет StarLiga, завтра будет KeyBet, Race Wars. Так, Quantel, не знаю, кто такой. Здесь Фанни приезжает, начинает подпиливать. Ну, на этой карте любили два барака, я помню, и раньше любили. А здесь что у нас? Хрень себе. Фанни решил Nexus поставить. Инфа есть суть в названии стрима. Кстати говоря, то есть это у нас турнир, вторая неделя отборочных ТЛС, которые проходят, которые Кирилл Русбрейн поддерживает. Вот здесь вот есть инфа про этот турнир. Там есть уже и результаты, поэтому... Поэтому аккуратнее будьте. Здесь разные уровни есть игры, так как отборочные нужно 32 игрока отобрать. Топ-32 хз, кто там попадет, сколько. Ну что, здесь Зил добавил Зилка одного у нас Квантел. И больше Зилков строить не стал, потому что увидел здесь Nexus. Еще он забоялся-то, Зилками можно было пошатать пойти, мне кажется. Так, есть фаржа с одной кривейшей фотонкой, просто кривейшей. Если бы здесь бы, например, играл не в 2 гейта, или в кибернетку пораньше, до Нексуса играл бы вот проц белый, он просто мог бы сейчас драгунов добавить и как-то вот, ну, прошатать здесь. Вот. Не понял твоего вопроса про скаутов корсаров, если честно, вообще смысл. Их делали и скаутов, и корсаров тогда, когда это было необходимо. Просто скауты в ну, вот, менее используемый юнит, чем корсар в Брудваре был. Но иногда его использовали. А StarCraft до Брудвара для меня как бы вообще, ну, вот, в плане киберспортивном стал именно Брудвар очень сильно. Как бы. StarCraft, да, там были, я даже не следил за ними, не помню, кто там в StarCraft, что там мог, не мог. Ну что, 29 пробочек здесь. 26. 30 здесь у Фани больше. Фаржа пока не работает. Гейт чуть криво заказал. Сейчас вот новый добавил. Пилончиков ставит сюда. Кибернет скоро будет готово. Здесь уже готово. Драгуны с рейнджом делаются. Какие-то тут слишком поздние кибернетки. Фотонка всего одна. Вообще очень нагло Фани, я вам скажу, играет. Очень нагло. Вот вы видите данные сверху. Есть лимиты. Соответственно, вот это не добыча ресурсов, это сколько на данный момент есть на руках ресурсов у игрока. Инфа не меньше по лимиту, плюс 2 гейта добавляется. Там драгуны уже вперед пошли. Сейчас их 4 скоро будет. Твайлайт ставится. И пробка выведена будет. Третий Nexus, видимо. Ну, Android давно на игры забил. Я думаю, что он и for fun не играет особо. Общаться не общаюсь, контактов нету с андроидом никаких не особо. Вот. Так, может, в Москве есть какие-то турниры нормальные в будущем. Может, увидим вся. Приходят... Вот о чем я говорил. Видите, кривейшая фотонка, не прикрывающая даже пилон, на которой она стоит. Ну, хоть одну бы спереди поставить, я не знаю, как-то. Так, здесь Зило плюс 2 драгуна еще выходит. Пытается Фанни драгуна зашатать оппоненту. Ну, продемеджил, да, драгуна. Но здесь-то больше драгунов. И они вчетвером, они уже на рейнже. Рейндж уже готов, посмотрите. И еще подходят драгуны. В итоге все печально как-то у Фанни становится.
То есть тут сейчас еще два драгона прибегут, 6 штук их станет. Может, пилон убить, и все вообще здесь можно шатать. Здесь, правда, 4 гейта, то есть продакшн больше, но еще рейнджа пока нет. Если бы не был так пассивен вот этот вот белый протс, он бы мог бы сейчас подшатать. Андроид давно еще как, ну, ну он не с бедной семьи был, так сказать. Бизнесом он там занимается каким-то, не знаю, с семейным связанным или с каким-то своим, вот этого я уже не знаю. Фанни отбился, будет ли гнать оппонента. Лимит у Фанни 69 на 52, значительно больше. Так, Твайлайтик, Роба добавляется, будет ли ревера, заказана атака, здесь гейтов больше, я вижу двух дарков в заказе, так, а нафига, здесь две фаржи, вот две фаржи для грейдов, это, конечно, хорошо в ПВП, но нужно прожить до того, как грейды начнут работать, здесь уже третий Нексус есть, парабам, здесь... 44 пробки, здесь у нас 49 больше, но нужно третий. Нет, почему такой поздний третий? Ну, на этой карте обязательно надо раньше его раскачивать. Потому что в первом Старкрафте большее количество минералов значительно больше решает именно минеральных кучек, чем во втором. То есть во втором я уже объяснял, что даже на ближнем минерале два рабочих друг другу не мешая работают. То есть 8, если 8 минеральных кучек, вот как на второй базе во втором Старкрафте, то 16 рабочих ровно в два раза больше носит, чем 8. Здесь же совсем не так. Здесь как бы после, ну, по одному рабочему на минералину каждую, если больше, они даже уже больше 8 рабочих на 8 минералов, там 10, там 12, они уже не в два раза ускоряют. Они уже начинают кататься взад-вперед. Так, 78. Здесь две фаржи работают. Грейды нулевые, скоро 1-1 будет. Гейтов, 1, 2, 3, 6 штучек. Еще 2 добавляются, 8 скоро будет. Делается шторм. Здесь Фанни поймал дарка. Драгуны вперед идут. Вижу, что роба есть. Вайлайт не работает. Не делается ни мув зилкам. Не делается ни архивы темпларов. Вот сейчас только архивы темпларов прошли. Зачем-то делается шаттл. Не знаю, зачем. Риверов нет. Третий Нексус как не был заказан. А, вот он вот здесь вот. А смысл здесь-то? Ну да, здесь как бы больше минералов и газа, но нужно раньше-то было делать. Здесь-то можно просто очень рано это сделать, и это будет окупаться в любом случае. Наламывается Фанни. Драгону больше. Позиция ужасна. Если ты вот сюда наламываешься, то тебе нужно через мув подходить ближе. Но ты сейчас можешь подойти через мув, и тебя просто польют холодным душем в виде шторма, и сразу трезвость наступит, потому что это разгром бы сразу был, если был шторм бы сейчас еще. Но и так было лезть тяжело на это. Вот, в первом Старкрафте позиция, это просто все было как бы. Зилки выходят, куда они пошли-то? Точка сбора кривая у белого просто. Зилков отдал 2 штук на ровном месте сейчас. Не смертельно, но нафиг не нужно. Лимиты уже равные, кстати. Это все за счет вот этого Нексуса лимиты сравнялись. У Фани больше намного было. Здесь вот как бы вот эти драгуны просто против... голые драгуны против микса драгуны-зилки, они вообще ничего сделать не могут. В первом Старкрафте просто не все настолько мобильное. Если уж ты начал проигрывать в бою, тебя вообще развалят нафиг. Почему? Потому что драгуны бьют эффективно только по драгунам. По зилкам они бьют слабо, а фокусить драгунами драгунов в таком замесе это просто невозможно. То есть можно только катить, отступать от зилков, а лучше просто сваливать бегом. Фанник дерется, в итоге на штормах отдается, зилки ломят вперед еще. Грейды здесь 1-1 будут. Обсерверы там под штормы попадают. Я не понимаю, что белый боится. Ему просто нужно... Архона отдал. Белый тоже как-то это... так себе. Честно говоря, сейчас подам. Можно было гнать вообще его до базы сейчас красного, не боясь ничего. Но он не стал гнать. Но все равно 127 на 102. По лимиту преимущество есть.
4 дарка в шаттле полетели сейчас дропаться, видимо. Бараков 8 штук, 9 добавился. Грейды. Так, армор сейчас доделается. 1-1 грейды станут у белого. Так, прилетают сейчас дарки. Прям через фотонку дропайся! Как же повезло ему сейчас. Успел дропнуть. Если бы еще один выстрел, то есть либо полный провал, либо удачный очень дроп. Дроп очень удачный, потому что обсидер где-то вдалеке. Нексус падает. Дарки режут, кстати. Дарки подобного второму Старкрафту режут, но послабее такое ощущение. ДПД ему жесть такой. Здесь пробки уводятся. Третью базу. Вот что минус. Занял здесь третью на четвертый. Пришла армия, сейчас сразу убила, так как в центре победила. А здесь бы Нексус был в безопасности. Дома Фанни вроде как отбился, но уже 139 на 106 по лимиту. И 10 грейды лучше, все лучше. Правда, больше грейдов не делается. Ну, заказ есть, заказ неплохой. Нужно больше заказывать еще, правда. Часть гейтов не работает. Так, здесь в центре встречаются. Прирост отсюда бежит. В общем, красного просто сейчас белый просто зажимает с двух сторон фактически. Единственное, что обсервера у белого нету. Прием красный видит это, и обсервера своего уводит. А зачем увел-то? Дарков-то оставил бы в бою. Так, здесь шторм пошел. Идет белый вперед. Обсервера нету. Как и не было, собственно говоря. Но дарки не настолько сильны здесь. Очень быстро драгунов сминают. Зелки плюс драгуны. В итоге 70 на 140 по лимиту. Двухкратное превосходство. И даже дарки нифига здесь не спасут. Так, вошел еще шторм один очередной. Шторм по рабочим заходит. Здесь чуть-чуть шермите тупит. Ходит там в отдельности от всех. Фотонки падают. Все падает. Короче, поломал. Всему 1-0. Здесь, правда, дарки от Фани забежали. Точнее, залетели на шаттле. На мэне рабочих прогнали, там на дальний прогнали. Здесь одна фотонка есть, нужно увести от фотонки. Сейчас побыстрее бы. Так, здесь фокус пшиштановичков. Так, пшиштановичков отфокусил. Неплохо отфокусил. Дарки вообще их идеально, конечно, режут в первом Старкрафте. Здесь что-то много дарков все-таки. Обсервер вылетел в итоге. У белого прилетел сюда. И он уже мейн шатает. То есть, ну, тут 50 на 108 по лимиту. Да, здесь дроп-то удачный был, но поздно, очень поздно. Дроп в итоге ни хрена не сделал. Шторм на минеральную линию. Ну да, тут последние минуты почти жизни. Но в первом Старкрафте вот сейчас посопротивляться это нормально, потому что контроли здесь тяжелее. Как-то если затупишь, там что-нибудь сольешь, можно отбиться, отколупаться. Все-таки это немножечко другая игра. Второй Старкрафт. Здесь дарки продолжают шатать, но обсерверы готовы. Обсерверы все дают вижен, дарки падают в итоге. И 2-2 еще и грейды делают, что самое печальное. Здесь зелки наверх зашли, они будут убиты, конечно, здесь и зелки, и дарки присутствуют. Ну, здесь прирост-то приходит, и последние все-таки. Все-таки последние секунды. В этой игре Фанни прирост идет и идет сюда. Помощку прислать. Четвертую, наконец, занял здесь белый процесс. Клантел. Сейчас 2-2 доделается уже. Буквально через... А вот как раз я выбрал, они как раз и доделались 2-2. Грейды. Я не знаю, что Фанни здесь сопротивлялся так долго. Так, пытается здесь фотонками отбиться с рабочими. Ну, грейды 2-2, тут как бы без шансов, тем более там добыча идет. До последнего бился Фанни в первой битве. Но у него 5 лимита осталось, поэтому. Про рандом искал.
Funny Random, что ли, играл или что? Так, ребят, переключаю всегда сцену, потому что реплейки я гружу, и там видно, сколько игр. Поехали, вторая игра. Спасибо всем за внимание, ребят. StarCraft 1 теперь будет присутствовать частенько на ваших экранах, я вам скажу так. Так, Фанни, ага. Это Квантел рандом, это не Фанни. Фанни Протс у нас, а Квантел оказывается еще рандом. Вообще офигеть. Так, ну что, здесь хатка пошла. Так, здесь у нас что-то с... Кстати, в первом Старкрафте какой трик работал? Демедженным дроном заказываешь газ, отменяешь газ, и дрон вуаля живой просто полностью. Это было прикольно. Здесь у нас макрохата пошла на второй базе, но это стандартный расклад. На третий не ставят раннюю зерк. Ну, Протус, кстати, сидит вообще с мейна тут развивается. Два зелка Драгун. Не знаю, что именно хочет Протус сделать. А, Старгейт, Корсарчик будет. Ну, тут Гидроден просто, лейер для него не нужен. Заказываем Гидроден, и все замечательно. Вот. Так, на Тинькофф приходит 100 рублей. Я там с PayPal сотку уводил. Либо это с PayPal мои, либо спасибо за поддержку кому-то. Два зелка, Драгун идет вперед. А, вместе с Корсаром. Зелки, Драгун, Корсар. Спасибо большое, короче, всем за поддержку. В любом случае. Сегодня в особенности. Кей320 разбушевался. И всем остальным, ребят, тоже спасибо. Так, пробка катается, все видит. Муфлингом делается. У Зерга делается плеточка.
Корейской БВ Старлиги я ничего стримить не буду. Там и плеер у меня плохо работает. Завтра я буду стримить Старлигу. Завтра я буду стримить КП Трейс Варс. Это все второй StarCraft. Если будет перерыв между ними какой-нибудь, может быть, репки еще постримлю этого турнира, посмотрим. Ну, если по времени она будет идти вне вот этих турниров второго StarCraft, может и матч тут пострим, не знаю. Просто там Африка ТВ, и она как-то не ахти у меня раньше шла, вот этот плеер. Вот. Ну что, муфлингом сейчас будет готов. Готов муфлингом. Зилками здесь контроль идет. Зилки, кстати, в первом Старкрафте лингов гораздо хуже, чем во втором били. Вот. Это факт. Так. Пошел. Так, архив. Цитадель Адун. Архивы темпларов, цитадель Адун. И тут делается ножки зилкам. Но. Ножки зилкам в первом старте это хорошо, но они слабо работают без плюс один. То есть у меня был очень прикольный билд раньше в первом StarCraft, и сам я его как-то придумал, и он вообще, да, когда вот придумал какие-то старые более годы, вообще идеально работал, потом уже, конечно, не так жестко, но и удивить можно было и в поздние даже годы. Форжат с мейна с плюс один, плюс ножки зилкам и выход с плюс один зилками, если там линги, ты вообще не разрывали нафиг, конечно, вот. Привет, СТ-7105. Я только поправился вчера от болезни более-менее. Даже сегодня я так получше себя чувствую. Вчера еще было, что-то было, поэтому никуда я не нырял. Конечно же. Так, еще же можно точно. Здесь же не обязательно с архивов темпларов строить и штурмовиков и архуна. Здесь же есть такие ребята, как дарки. Вообще-то только один дарк. Я не знаю, почему только один. Одному фани дарка делает. Здесь у нас маслинги. Зерк решил просто что ли сгрызалити сделать. Вижу спайр от Зерга, но как раз таки если сгрызалити не вкатывает и спайр, во-первых, здесь есть старгейт уже, корсары можно намасить. Правда, если затупит, можно просто этими скоржами сбить корсаров, и тогда беда. Плюс здесь есть дарки, плюс здесь можно архона слить будет сейчас, то есть против муталисков контры полным-полно, главное с лингами как-то не затупить. Так, здесь оверы висят, здесь все заблочено от дарков, например. Дарк начинает лингов резать, а архончик сливается с сопутствующим звуком. Идет процесс, вы видите. Еще зилки добавляются, будет ли какие-нибудь выходы, хороший вопрос. Ну, дарком правильно можно лингов порезать, потому что не второй StarCraft, а первый. Здесь оверы видят сразу же, их не надо грейдить ни во что. При появлении первого овера он уже детектор. Какой-то мисклик, либо Зерк решил сделать мув овером, не знаю. Короче, экономика слабая у Зерга, что-то он затупил, здесь как-то криво развивался. У меня такое ощущение складывается, просто спокойно Нексус тут занимает, фотоночку на мейне добавляет, фаржа есть. Так, здесь есть мув зилка. Зилки вот сами поэтому побежали, на этом муве как раз не законтролил, сейчас только назад отвел Фанни. Муталиски. Два скоржа вижу. Ну что, муталисков. Я не знаю, не так уж много. Четыре скоржа. Вот четыре-то корсар всего один. Пилон Криуды. Не, вот нормальный пилон. Так, фотонки добавляют. 37105 поддержал ваш канал на сумму 333 рубля ровно. На витаминке не болей. Спасибо тебе, СТ. 7105. Сейчас запилю тебя потом в список. Да, витаминок я, кстати, хотел купить, потому что что-то вообще витаминоз какой-то холодно постоянно после болезни. Вообще, как, ну, в этом плане не ахти. Атака. Сионик Шоквейв. Тридцатник дэмэджа. Так, есть два скоржа, но вот с этим бандитом лучше им не летать рядом с коржам, потому что он просто скоржей-то как орешки перекусит. Не говоря уже о том, что он и мутку тоже может погонять. Корсаров не добавляет прот, кстати, больше. Лимита на 20-ку у протса больше, и 10 фотонки.
Так. Дарк погнал, чтобы стакнуть муту в БВ. Я не знаю, кстати, вот сейчас стак муту убил фактически зерк. Почему? Потому что он овером мув сделал. Муту стакали с овером, отводили в дальнее самое направление. Убираешь муталисков и биндишь с овером. Так как в контроле 12 только штук, максимум 11 муталисков в одном бинде. Тогда она собиралась в кучу. Если без овера, она просто в стек не собиралась. Она как бы широко летала всегда. Вот. Выход пошел. Дилки, Архон, Драгун один есть. А, вот второй Архон даже здесь идет. Корсар прилетает. Скоржам привет передал. Скоржи не поняли, сразу его минуснули. Так, Дилки заход без плюс один. Архончик здесь. Муталисков, ну, очень мало. Ну, видно, что первую игру Протосом Зерк он рандомом играл, вот этот игрок, Квантел. Протосом он умеет играть, видимо, за рандом, а Зергами что-то не особо, он очень слабенько играет. Три муталиска настроил просто и что-то хочет делать. Ну, здесь вот Люра добавляется, ну что, а что здесь должна сделать Люра? Вот, у меня вопрос возникает. Здесь все больше зелков и штурмовиков, правда, Протос сам тупит, он как бы, ну, дома-то вроде как защищен, но у него нету обсервера. Люра может на самом деле ворваться. Хотя здесь фотонок много тут. Вижен от этой фотонки будет до ренджа Люры. Так, сливается еще архончик. Вот один люр на перекопочке. Минус сразу же. Нужно отступить назад этими юнитами, принимать прирост, например, что просто, собственно, и делать. То есть два люра здесь абсолютно бесполезны в этом направлении. Только не надо вот так руками бегать, что-то нервничает Фанни. Здесь муталиски прилетают, две фотонки пытаются выбить на дальней базе. Выбьют они фотонки, скорее всего, или нет. Ну, кстати, мутка против Дани слабее гораздо была, он фотонки ее разваливает. И вот это могут даже муталиска развалить фотоночка. Вообще по-царски. Во втором Старкрафте фотонки реально сильнее, но муталиски во втором Старкрафте, у них вроде по демеджам примерно то же самое, но у них как будто тяжелый более такой демедж, то есть он, они разваливаются. Но здесь еще люра пришла. Сейчас фотонки на хайграунде доделаются, нужно просто не запускать люру наверх, и все. Так. Люра будет, наверное, заходить. Заходит, наверное, здесь фотонки. Зелков нужно через мув вниз вывести. Да, что просто делает, вывел через мув вниз. Протерял зерк всю люру нахрен, короче. Криво очень за контроль. 56-79 в пользу Протоса по лимиту. Здесь два люркера закопаны. А дальше что? А дальше как же долго робы Протос строят? Тут только роба готова и обсерватория строится. Только-только сейчас. Мы крить двумя мутостеками, это... Выходит Протос. Шторма, насколько я понимаю, пока нет. А, энергии нет у штормовиков даже. Апгрейд-то, может быть, и есть на что. Здесь у нас сложно заметить. Ну, кстати, здесь люры... Хотя не, люры достаточно много у Протоса. Драгунов нету. Тяжело будет зелками это реально все выбивать. Но с двух сторон, учитывая, что у Протоса часть юнитов вот на третьей базе стояла, в принципе, можно будет. Но... Вот этим армии через атаку сюда идти нужно будет и часть зелков выводить вот сюда по этому направлению. А отсюда часть зелков вот сюда и часть сюда. То есть нужно сплитить, постараться в разные абсолютно стороны. Только тогда шанс есть пробить, потому что сплэш от люры здесь будет очень жесткий. Она, конечно, не с 9 рейнджами, как во втором StarCraft, но и юниты здесь совершенно другие. Ну а лучше всего подождать шторма, конечно же, просто шаштормом выбить вот. Один выстрел драгуна плюс шторм и минус люркер.
Но можно и нужно раньше еще драгунам ждать, конечно же. Здесь на двух драгунов прям попадает шторм. Здесь линги вниз наламываются очень зря. Хотя есть армор, но архону пофиг на армор. Это зелкам не пофиг. С архончиком разобрал здесь линию против. Пошла атака части юнитов. Какая-то кривая атака идет, скажу так. Дарки тоже не зарешают, здесь оверы висят. Ну, гейтов, правда, уже 8, так, 5, 7 штук, 7 гейтов. Атака делается вторая. Рейндж драгунам есть или нет, я хз, наверное, есть рейндж. Да, есть уже рейндж, далеко очень драгун атакует. Так. Зерк не приводит сюда прирост. Тут уже ничего не осталось. Нужно идти ломать в итоге. Дарки идут вперед. Ротс 4... Такой армии боится трех люркеров. Плюс двух гидралисков. Нужно уже пойти выбить, конечно же, зерга. Пошел просто вперед, выбивает зерга. 55, лимит на 115. Конечно, все здесь замечательно. Есть еще один обсервер. Люркер падает. Здесь забрал армию. Пробки стоят, 4 штуки. Нужно еще отсюда перевести. Вот с мейна переводит. Ну, кстати, на мейне еще было что подобывать. Хотя не так уж много там минералов. Вот в первом Старкрафте такая тема не канает. Взять отсюда все. Нужно было часть отсюда. Тогда бы идеальная добыча была. Здесь рабочих вроде как направил все-таки. Фотонок много, все вроде защищено. Две атаки есть. У зерга что? У зерга грейды. Армур один и милишный, что ли. Лингом коготь там, я не знаю, есть. Так, здесь третья хатка ничем не прикрыта. По рабам 46 на 54 в пользу Протуса. Смещается вниз. Долго очень зерк бьется. Здесь еще люра добавляется. Ну, в лоб тяжело будет пробить. Но третья база будет минус абсолютно точно. Вот. Дроны, кстати, куда-то там уехать. Ну, едут они вниз. Ну, их можно найти будет. Куда они денутся с этой карты? Здесь респаун, да, можно занимать. Снегсу ставить уже. 140 процентов, там 80 миллиметров. В лоб можно, в принципе, убивать, даже не париться особо. Здесь плеточки добавляются. Даже, правда, зерг, вот, 3 базы дашь занять. Вот хайф уже есть, видите, да? Адреналины лингом всякие там. Темные стаи будет тяжело убивать. Вультру постепенно выход. Но на самом деле с такой экономикой просто вот сейчас рез занимаем. Здесь же строим, например, робо второе, робо бэй. И выходим, делаем мув шаттлом и в риверов. И все. Так, зерк выходит в центр. Вот эта армия, люры, в чем сила? Она, как и во втором Старкрафте, сильна в стационарных, в оборонительных позициях. В атаке она не сильна, потому что нужно, она вся вместе закопана очень часто. То есть штормы с флешем попадают, и не только. И без прикрытия там стационарных пушек каких-то она разваливается. Что просто сейчас идет, разваливается к чертям. Шторм куда-то кидает. Тут на люркера нужно шторм кидать было. Так, архончик здесь есть. Дожимать надо идти, но Протус что-то тупит здесь. Прирост серьезный. Так, гитов уже больше. Гитов 8 штук здесь. Может быть и больше. Тут для риверов достраивается. Здание здесь фотонки. Нексус 4 занимается. В лоб не стал убивать. Что ж такое-то? Что ж ты будешь делать? Надо добить его уже. ГГ зерк пишет. Понял, что по экономике, видимо, печально. Только я возмутился, как же так вообще, что это так, что это за беда такая. И ЗРГГ написал, все правильно сделал, я вам так скажу. Третья игра, поехали. Так, ну что, как у нас здесь дела? Фанни Протс белый. Опять зергом попался или сам уже выбрал Квантелла? Видимо, то ли Рейс Пик, то ли рандом, не знаю.
Так, здесь пул первый у нас. Угу, здесь два гейта. Два гейта, это очень интересно. Ну, кстати, у Зерга мува лингом нету, поэтому можно, в принципе, с двумя гейтами неплохо все сделать, как мне кажется. Ну что, здесь у нас 5 лингов, 3 зелка вперед двигаются, ну смысла лингами с ними драться нет никакого. Нужно добавлять новых лингов сейчас. Просто нужно всех зелков вперед брать, иначе линги забегут. Не знаю, насколько выше и выше ли скорость с атаки собаки в Старкрафте. Я думаю, что они близки. Но зелок по-другому немножечко атакует. Вообще, во втором Старкрафте зелки эффективнее против лингов, чем в первом. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Здесь 12 лингов. Вот в первом, во втором Старкрафте 3 зелка с 12 лингами могут подраться вообще нормально, как бы. Во втором же линги их развалят в хлам. Вот начинается бой, даже 5 зелков, видите, как если ты криво контролишь, 12 лингами тяжело драться. Ну здесь контроль, конечно, просто слабенький. Не законтролил, не отвел демеджа сразу. Здесь приходит, начинает шатать, нужно убивать, конечно. Нужно грамотно ее убивать, а не так просто делать. Пушка в итоге упадет, конечно, но лингов все больше и больше. Зелков они принимают в итоге. Все, провалилась атака Протоса. В итоге Протос без Нексуса второго, без фаржи, без вообще каких-либо технологий. Вот фаржа ставится, а что, минералов на Нексус нет. Пробок 18, 3 зелка, здесь 9 дронов, 9 лингов. Так, а мув есть лингом? Да, доделался мув, линги-то быстро он как бегут. Все, Зерк контратакует лингами с мувом, похоже, сейчас подгрызет вообще. Ну, это странный билд от Протса здесь. Ну как, не знаю, так вот в лоб убивать. Ну не, имело место быть такое, но с нормального игрока очень тяжело так пробить, на самом деле. Фотоночка заказана. До Нексуса нужно ее ставить. Так, здесь на проходе зелки стоят, две фотонки добавились, нужно Нексу ставить уже быстрее. В первом Старкрафте зелки тоже два раза атакуют. Здесь просто не писаться. Ну что, здесь макрохат, еще гидроденчик ставится. По рабам 17, зерк отстраивается понемножечку.
Сейчас вторую базу раскачает. Здесь у нас 21 пробка, но Никсуса еще нет. Нужно выходить, нужно чарж быстрее зелкам в этой ситуации делать. Даже Драгона нету. В первом Старкрафте просто нужно было, ну, знать. То есть, здесь у зелка две атаки, до этого не пишется. У него просто дэмэдж пишется 16. На самом деле у него тоже одна рука, вторая рука идет. То есть, если ты контролишь, можно было нанести 8 дэмэджа. А не 16. Так, часть зелков на хайграунд пошла. Овер висит сверху. Еще один пилончик добавляется. Ну, тут на фотонке тяжело будет зергу, конечно, наламываться. Плюс один нет. Так, цитадель делается. Здесь у нас мув в гидре делается. Заказаны гидралиски. Гидралов пока не так уж много, но скоро их станет много реально. Здесь пробка приезжает, гидроден спалил проц. Нужно мув зелкам делать, это очевидный момент. Но здесь уже рейндж гидре вошел, мув уже есть. То есть сейчас зерк поломится вперед с этой гидрой. Нужны новые фотонки, причем вот эти фотонки... Вот тоже, блин. Вот эти две фотонки не прикрывают эти. Нахрена их дальше-то ставить? Вот в линию вот так вот ставь 4, чтобы в линию было и все. Разве что вот, вот так вот, на клеточку, может, подальше. Так, здесь пилончик пошел, здесь можно минералы добыть и пройти сюда. Ну, другие звуки просто. Мув зелкам заказан, архивы темплара заказаны. Ну, и мув как-то завтыкал, я вижу. Проц можно пораньше немножко было заказать. Архивы вообще не успеют, то есть только если архончик. А к этому выходу с гидрой хорошо бы шторм иметь на самом деле. Так, пробочку наверх выводит. Гидра почти пришла. Рейндж гидре почти готов. Зелками нужно отступить под фотонки. Еще одна заказывается. Нужно не здесь заказывать, вот здесь тогда. Потому что они друг друга прикрывать не будут. Четыре фотонки, в принципе, неплохо атакуют. То есть, как-то вот сюда, чтобы эти чисто две выбить, не поставишь так гидру. А эти тоже будут атаковать. Но если бы они поближе вот так вот запилы настали, еще бы лучше атаковали. Так, что чарж? Чарж почти готов. Зелков счет. А вот дарк один заказан. Третью хату там зерк ставит. 37 пробок на 29 дронов. Побежал Дарк наверх. Третью хату зерк начинает добывать. Ну, рабов не так уж много. Блин, на мэне мало, везде у него мало, как бы. Здорово, Илюх. Нужно как-то этот вопрос решить уже. По лимиту 67-50 пользу проц. Но уже не раз мы видели, что зерк даже 100 на 170 может вытащить. Если у него стационарная оборона, там плетка или ура, там... Процессам невероятно тяжело это все выбивать, и в итоге выход идет в хайвовые технологии, адреналины, там темная стая, ультралов. Вот приходит Дарк, есть здесь овер дронами, тут решил зерк. Ну, дронами печально, как и во втором убивать Дарков, конечно, но если в Минерал Вок на самом деле поймаешь Дарка, то можно и убить. Так, овер улетел, но из рейнджа Бижена не вышел все-таки. Этот Дарк. Здесь гидра стоит, ждет выхода. На самом деле, вот таких ждунов просто. Сейчас зелков добавим больше, а шторм будет. Просто одним штормом поливаем. Вот, Протос смог на чарже выйти, если бы побольше зелков поставить. Можно было чисто на чарже убить, как мне кажется.
Так, телки прорвались через люру. Нужно гидру как-то прессовать. Гидра отходит под санку. Санка одна и красная вся. Нужно санку минуснуть, и гидру нужно тоже минусовать. Саночка минус. Телков нужно вручную заводить, иначе они криво будут. Козелки вручную заходят. Здесь два люркера морфятся. Еще зелки пришли. Еще одна санка готова. Здесь тупит из-за яиц, из-за этих все зелки. Санка есть, два гидрала есть. Даже если сейчас они выбьют танку, пока гидралов убивают, уже два люрада морфятся. Короче, зерк отбил верхнюю базу. В итоге Протс просто взял и отдал зелку. Хотя по лимиту у него все равно все хорошо. Но он на третий Нексус вообще никак пока выйти не может. Ну вот обсервер готов, нужно выходить. Здесь криво люра... Ё-моё. Ну это Протс тупит. Здесь можно шторм кидать было. Вот, и здесь, вот сюда кидай в центр, два люра будет демеджиться. Мне что-то тупит. Просто на два люра шторм, ну вот опять на одного. Кидаем на два, зилкам приходим, один удар, минус люркер. Так это происходит, все абсолютно верно. Здесь зилок, ну там прям шторм на зилка своего. Гидра возвращается, очень медленно просто все делает. Нужно резче вот такие моменты. Конечно, нужно как можно быстрее выходы вот эти делать. Есть оф здесь, но сейчас этот зерк уступил некоторое время. Можно было быстрее бы минуснуть, но люры не осталось уже. Это очень важный момент. Драгуны, зелки, штормовички. Можно и нужно вперед двигаться. Здесь энергия еще есть у штормовиков, поэтому лучше не кидать штормов. Вот, смотрите, зерк морфится прямо здесь. Ну выйди просто вперед немножечко, убейшь ты нахрен все эти морфящиеся юниты. Нет, не выходит. Опять зелки пошел. Ну здесь... А, не, кстати, люры не оставил вообще. А зря люры не оставил. Протс тоже тупит. Зачем вот, зачем бежать зелками постоянно куда-то? Ты, если ты стоишь около второй базы, тебе нужно пробить выход к третьей своей, а не куда-то там ломиться. Непонятно куда. Все, третью занимаешь, чувствуешь себя очень даже неплохо. Мейн здесь уже кончается. Как шла атака, а в сервера терять нельзя. Падает архончик. Что он, хороший проходит. Люры сейчас минуснутся. Пробил вроде, да, просто 60 на 110. Зилки в это время наверх прибежали. Минус пару гидралов, минус санки. Здесь три зилка, четырех гидралов пытаются развалить и развалят, скорее всего. Так, гидра здесь есть. Гидро неплохо зерк контролит. Ну, в первом Старкрафте можно было против зилков, как и во второй, в принципе, Старкрафте расконтролить. Хотя во второй гидра менее поворотливая. Здесь она более быстрая такая. Она не тир 2, тир 1, она один лимит всего лишь занимает, но она более быстрая, и если контролить руками, то есть можно взять просто пару, там, не знаю, 4 пачки гидры потерять на, там, 5 штормах, а можно просто 4 пачками гидры убить вообще невероятное количество юнитов с грейдами, если от штормов уворачиваться, там, от других юнитов. Так, здесь 119 против 65, вторая атака делается, одна фотоночка на мане есть. Подкопил просто сюда еще зелки, драгуны приходят. Я смотрю, как бы и вижу, тяжело. Вот я вижу, насколько тяжело все в первый StarCraft дается. Я просто понимаю, что вот сейчас сядешь, как бы не играя в него столько лет. Не просто, ну, даже вот не то, что так, даже близко к такому юниты бегать не будут. Поначалу, через недельку, может быть, вот так вот будет, как бы. Ну, что, ну, это реально тяжело. Пока привыкнешь вот этот заказ в каждом бараке делать, там, биндить 5 контролов разных. Идти, везде там местности все эти биндить, блин. Третий Никс начинает добываться. Протс приходит к зергу. Но нужно ли именно сюда было ломиться сейчас Протсу? Мне кажется, нужно вот с этого направления было заходить на третью. Но преимущество гигантское по лимиту. Зерг, видимо, видно, что рандомом такой слабенький. Не то, что рандомом слабенький. Играет рандомом, а слабенький именно зерг у него. Так, нужно прирост подводить еще. Драгуны встали, ничего не делают. Ломятся, часть юнитов тупят.
драгунов. Часть подводит целенаправленно ближе, чтобы задние тоже атаковали. Архон тупит, но сейчас ему предоставится возможность гидрой побиться. Неплохой шторм заходит, часть драгунов падает, плеток достаточно много. Сзади тут на гидру штормик пошел, часть гидры выбивается, архон остальных добил, развалил. Прирост нужно подводить, прирост побежал, 125-43, очевидно, что зергу уже не отбиться, но просто что-то все равно бегает, что-то не может он добить пока. И одна плетка еще осталась. ГГшечка все-таки дожал в итоге. Молодец, Фаня. Так, ну что, продолжаем. Ну, я не думаю, что C-плюс прям поломал бы всех. Так, IG Archeon тут такой игрок против... Против не знаю кого. IG Archeon, я такого игрока помню. Я сам с ним играл немного, правда. Экс-Буба его хорошо знал, он фин, по-моему, был. С ним он играл. Неплохой достаточно игрок, но я не скажу, прям что сверхсильный он был. Энстоп Археон. Кусуга Чеба Прога. ПВП, кстати говоря. Ну, посмотрим. Должно быть неплохой, по идее, ПВП. Хотя не знаю, какой, у кого какой сейчас уровень. Привет, Корсар. Сегодня, кроме БВ, уже был GSL. Кстати... Кстати, надо выложить будет стрим. Попробую, конечно. Так, здесь гейт. Здесь у нас что? Здесь пока ничего, тоже гейт, наверное, будет. Хотя, может быть, и нет. Сюда же просто поставят. Посмотрим, то ли это. Да, видимо, то, да, то, что-то много есть, правда. Короче, ребят, вот GSL-чик сегодняшний, ребят, с вас 10 плюсиков. Жду с нетерпением их. А пока смотрим StarCraft'ик. Старкрафтик Брудварчик. Да, посмотрите. Кусочек пирога. Не понял. Это какой-то
Наш игрок получается, кусочек пирога. Что-то тут много наших. Форжагейт здесь у нас, у Археона у нас кибернетчика ставится. Ну, таких с реверками просто зашатывать можно пытаться, я думаю, так. Так, фотоночка вошла у кусочка пирога. Здесь подблочил один минерал пилончиком. Кстати, пилоны в первом Старкрафте были значительно жирнее, чем во втором. 300-300, то есть 600 хп у них было, а не 200-200, как во втором Старкрафте. Кустов здесь и не было, и в помине еще. Вот. И гейты не были с варпом, они были просто гейтами, из которых все строилось, как неоткрытые. Ну вот и реверки у нас сейчас подойдут очень скоро. Там неспроста робот сейчас строит у нас Археон. Инстоп Археон. Я думаю, сейчас робо-бэйн должен заказать. Он и Нексус одновременно ставит. Но нужно заказать шаттл и робо-бэй сейчас просто выходить, собственно, в риверов. Так, пробка приезжает. Пробку минус-то сделает в итоге. Что робо-бэя я не вижу, правда. Пробка не минуснулась в итоге. Нужно, ну вот, уходит пробка от драгуна. И за счет крутой экономики. То есть как можно вот такого убить... Берем робо-бэй, ставим шаттл, одного ривера туда сажаем. Кстати, робо-бэй очень быстро, гораздо быстрее шаттл строится, теперь я понял политику. И даже можно без Нексуса, просто второй барак, делаем рейндж драгунам, и там ну 6-8 драгунов сюда приходим, риверка дропаем, убиваем стационарную оборону, ничего не сделать будет. Но не всегда так получается, то есть если здесь... Ну вообще все зависит, конечно, от риверного пропса, но... Бывают обстоятельства, про которых тоже не продавить бывает. Вот. А если секунду какую-то упустил, здесь у нас сейчас, посмотрите, здесь у нас гейтов все больше и больше станет. Здесь у нас технологии разные. Странно, что рейндж не делает твайлайт какой-то быстрый сейчас идет. Вот, кусочка пирога. Что этот твайлайт обозначает? А твайлайт обозначает дарков. Кстати, дарки как вариант, обсервер здесь, для обсервера отдельное здание нужно в первом Старкрафте, напомню вам, поэтому может законтрить вот это все дело. Ривер готов, но не обязательно с этим ривером улынить идти, правильно, там с юнитами. Можно ведь просто полететь, подхарасить, там юнитов мало, дома построить обсервер, допустим, от еще так как роба есть. Обсерверов, правда, никаких нет. Здесь 38 пробок, здесь 25. А, офигеть, желтый, конечно, по экономике в плюсе невероятно. Урона у Скоробея 100. Сити, ты что-то это... Мне нравится так, уверенно прям пишут люди, как бы. Прилетает реверок, много рабочих не получилось убить, патроны тупят. Но можно на мейн пролететь, ничего не защищено там. Дарки готовы, но вперед что-то они не идут. Вот одного дома оставил здесь при этом все. Так, драгун дропается, реверок дропается. Батонку нужно зашатачить. Улетает наверх, можно с другой... Ой, как в рабов Археон здесь дает, какие залпы, просто бабанчик. Конкретный нужно дропать ривера, ривера не дропнул. Но рабочих больше не 30 с чем-то, а 29 против 30 по рабам в итоге ровно. Можно было убить вообще этим дропом на самом деле. Здесь у нас обсервер готов очень прям вовремя. Вот он дарк приходит, и обсервер прям очень вовремя готов. Минус дарк. У реверов дэмэдж 100. Вот здесь вот делается грейд, вот это сейчас скорость шаттлом делается. Здесь делается грейд плюс 25. 100 плюс 25, грейды на ривера не работают. Остальных юнитов. Короче, вот такие дэмэджи в первом Старкрафте на риверах.
делается женщина с Археоном, делается, я называю Твайлайт его, но это Цитадель Адун она называлась. Ну, по аналогии, то есть после, как после Твайлайта строятся архивы Темпларов и все остальные здания, так и после Цитадели тут строятся. То есть либо Цитадели Роба, а во втором Старкрафте Твайлайт Роба. Здесь рейндж гунам плюс один атака делается, рабочих 36. Ну, эти дэмэджа слишком много прям не получил. 36 рабов на 37. Здесь у нас пробочка сныкана. Дарк ходит, контролит. Пробок пробревает. Рабочих подстроил, еще роба строится, роба очень поздняя, не боится прям дарков, а зря. Плюс один сделал, нужно еще грейды делать в PvP, атака так же, как и во втором Старкрафте, решала очень сильно, но если с двух фаржей грейды вообще замечательно получалось, потому что и на штормы грейды работают, все на Старкрафте, не только, здесь только фаржа добавляется, но если как бы на средних стадиях, если на средних стадиях вот до 120 примерно лимита, потому что дальше тяжело очень контролить становится, можно драгунами, реверами, в принципе, любые миксы сбривать. Но когда уже лимита слишком много... Ой-ой, тут фотонки минусуют, шаттла скорость есть, но Археон провалился своим харасом, он даже стрельнуть не успел. Сюда по один патрон пустить, вот эти все бы рабочие погибли просто. Ну, вот эта часть. Ну, штук 10 могло бы погибнуть. Вот. Но когда лимита больше 120, тогда очень тяжело. Тогда нужно просто брать несколько контролов, зелки со скоростью бега, драгуны. Просто через заклик посылаем, шаттлом со скоростью прилетаем, дропаемся в бой риверу, стараемся их сконтролить в центр драгунов, чтобы побольше убил, если много зелков по зелкам. Ну и штормы раскидываем. То есть уже в более поздней стадии штормы более весомы становятся, чем ривера, потому что масс-риверы не решают, прямо вот если их там 6-8 штук, их так же штормом накроют, как бы их патроны не так грамотно попадут. То есть риверы решают, когда есть фокус идеальный им их патронами. То есть на более ранних стадиях. Ну, посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Третий Нексус тут занимать собирается, смотрю, кусочек пирога. И по лимиту 103 на 94 в его пользу. У него все хорошо. И третий Нексус ставит здесь пилоны. Зачем он пилонами сам себя заблочил, только уже и не понимаю. Фотонка детектит, конечно, как и во втором Старкрафте. 4, опа, 4 дарка добавлено было сейчас с товарищем. Минус шаттл, дарки начинают резать. Здесь 2 фотонки, то есть, ну, дарки здесь не подрешают. Но есть здесь пилоны вот эти, можно подрезать сверху, ну, драгунами. Вообще там делать нечего. Дарки их сразу в зубную пасту превратили. Обсервер мимо куда-то полетел, дарки спускаются вниз. Здесь дарк фотонки минусует, успеет, да, он успеет до проявления. Обсервера в итоге нет, хорош. В итоге здесь начинает шатать. Здесь с обсервером получается дарков разобрать. Нужно драгунов отводить, иначе дарк забреет. Дарки очень жесткие по дэмэджу, как и во втором Старкрафте, но не слишком жесткие по... ХП 80-40. 80 ХП, 40 полей, 120 в общей сложности. Так, а кто видит дарка, то еще не понимаю. А вот обсервер полетел. Ну, дарк драгуна-то один в один развалит, конечно же. Здесь... А, здесь штормил рабочих летал. Я, кстати, мультитаск-то вам не показываю весь. Кусочек пирога пролетел по штормил. 58 пробок кусочка пирога. 60, здесь 45. Преимущество налицо, на четверть больше. И здесь еще и третий Нексус готов. То есть здесь экономическое преимущество очень серьезное. Но это не значит, что прям победа. То есть тут попробую. Здесь один удачный выход. Просто занял грамотно позицию. И можно армию убить и развалить. Третий Нексус более поздний. Ну, короче, отставание по всем позициям. Вообще, если идеально исполнять, конечно, тяжело с Ирениевому Археону будет за эту ситуацию тащить. Вот попытался дропнуться, чтобы простормить. Втыкал, не штормил сразу, ривер минуснул, естественно, все штурмика очень быстро. Здесь тоже контрдропы на штормах. Энергии 73 было, 75 шторм. Такое ощущение, что... А нет, посмотрите,
37 пробок осталось, ребят, я пропустил, пожалуйста. Блин, простите. Здесь так штормы входят по рабам, а я пропустил что здесь, что здесь. Вот даю. Ну, непривычно уже к первому Старкрафту это все. Динамика вся эта. Было 60 пробок, стало 37. То есть на второй базе всех рабочих убил. Где-то 20 рабов заштормил сейчас. 20 рабов заштормил. Ну, мы еще увидим это все дело. Какие лиги, если со СК2 сравнивать? Ну, я не знаю, как с лигами. Я даже не знаю, какой уровень у этих игроков. Но не дико сильно. Я пока только несколько вообще матчей видел на вот этом турнире, где реально как бы видно, что ну неплохо играют. Остальные реально, ну, такие вот. Не знаю, выше C плюс раньше, как играли, я вообще пока игр не видел. А C плюс, ну я не знаю, это как. Да сложно сказать, как что-то. Ну, как платина, может, там. Топ, платина, не знаю. Но это некорректно так сравнивать, как бы. Все-таки это некорректно так сравнивать. Здесь третий никс начинает добываться. Здесь тоже готов, но не добывается пока. И у Археона лимита больше стало. Сейчас полетал, поштормил и еще и в преимуществе в итоге оказывается. Рабочих одинаково. По грейдам здесь вторая атака. А где форжат вообще? Делается третья уже атака. Здесь делается первая по ходу дела. Да, здесь первое. Ну, по грейдам преимущество это важно. Кстати, интерфейс-то, я что подумал, интерфейс-то интерфейсом, а счет-то все равно не показывается в нем. Хоть по репкам я и стримлю этот ТЛС-турнир, но... Ну ладно, счет, в принципе, можно сказать так, но все равно для удобства. Ну а хз, тут и так много информации, куда этот счет впиливать, я не знаю, еще отдельно, если текст сюда впиливать, то... Как не очень это будет. Обсерверы минусуются, Археон выходит в центр. Криво как-то он выходит. Растянулась его армия прямо. Здесь как-то вот кусочек пирога ходит более четко по центру, я бы сказал. Бараков 4 плюс 6. 10 штучек уже. Ну, заказ. Вот посмотрите. Это типичное первого Старкрафта. В одном 5 заказано, в другом 0. Некоторых. Тяжесть заказа, в один контур все не выберешь. Так, есть риверы здесь в миксе. Они летают. Ну вот, посмотрите, даже риверов не получилось дропнуть. Желтый инициировал раньше, разгромил вообще сейчас сиреневого. Риверы дропаются где-то сзади, они в бою вообще не участвовали. И пока они не участвовали, в итоге и проигрыш уже. Здесь еще один шторм пошел. Штормов вообще очень много. Риверки где-то сзади стреляют по единичным юнитам, а им нужно в драгунов именно фокусить больше. Вот, вот так вот, чтобы они в зубную пасту превращались. 92-128, в итоге желтый его за место выиграл. У него сейчас третья атака на подходе уже, там только одна атака есть. Заказ пошел, заказ. Пользователь Коса 1R активировал премиум на ваш канал. Так, заказик еще идет. Четвертый. А, здесь уже респ ставится. Четвертый Нексус. Ну, вот, кстати, кусочек пирога. Этот получше, чем Археон этот играет, смотрю. Ну, я не знаю, кто кусочек пирога, это кто именно. Я что-то никнейм даже не посмотрел. Сейчас карепку загружал. Археона я помню, говорю, еще. Да, сам я играл. И Буба Экс там с ним играл. Это вообще очень старый игрок. Вообще очень старый Археон игрок. Нет, АПМ значит. Почему не значит? Просто, ну, в первом Старкрафте там можно накликать было очень много, как бы, да, там и криво контролить. То есть можно перебирать контрола, там все забинжено по-разному, но именно эффективный АПМ в первом Старкрафте очень тяжелый он был. То есть, ну, 200 АПМ, 300 может, конечно, победить. Почему нет? Но все равно все корейцы, когда вот раньше играли, то есть 300 у них это, в районе 300, это стандарт был, ну, то есть
Редко кто с 200 тащил, только Сторг там уникален был тем, что у него 200-220, такой слабенький ПМ был реально, как бы, и он тащил все равно. У остальных всех выше. Так, здесь дропщик Зилку был, опять штормить пытался тут кусочек пирога. 46 пробок, даже, по-моему, у него получилось, что-то мало работ здесь на второй. С мейна можно перевести, здесь что-то тоже мало осталось. Здесь у нас все добывается, 192-153. Вот 200 лимита уже у желтого, но 200 тяжелее, конечно, в первом контроле, чем во втором. Три атаки есть, нужно делать, продолжать арморы всякие и т.д. Здесь летит зелок плюс 30 мика штормить. Здесь штормить-то нечего, ё-моё. Особо. Я несколько рабочих проштормил. Архон сливается, но он не успеет даже, естественно, доделаться. Драгуны и фотонка минуснут его. Так, здесь шторм уже поэффективнее попадает. Рабов вообще сдувает всех. Здесь два зелка забежало, нужно выбить. Будут выбиты. Так, а здесь у нас что? Две атаки тоже сделано. Ну, две атаки в три атаки. Здесь 160 на 200 по лимиту. По рабам здесь 49. Здесь 53. То есть боевого лимита здесь, ну, реально, примерно на 20-ку больше есть. Нужно принимать бой. Пошла атака. Здесь драгонов желательно отвести из-под армии оппонентов. Ну и как с фиолетовой, так, кривовато принимаются штормовики. Вообще штормники, да, отдаются здесь прямо в центр армии. То есть вбежал желтый в центр армии оппонента, растек фактически напополам, уничтожил хлам. 114 на 174, ну все, здесь нужно дожимать. Микс хороший, зелки, драгуны, архоны, все штормовички. Четвертая база добывается, абсолютно спокойно, здесь даже четвертой нет, пробки стоят. Так, архончик не ушел, минус архончик. Все, заходит желтый уже вперед. Я думаю, фиолетового шторма, я уверен, что фиолетового шторма не спасут уже. Здесь слишком много, здесь архонов он 3 штуки идет, которым нечему противопоставить абсолютно. 1-0. ГГ Археон пишет. Хост сразу говорят. Так, следующая игра. Так, Археон Идегельчик. Что за Идегельчик, я не знаю. Дайте-ка я сейчас инфу зайду, посмотрю. Кто это вообще такой-то? Айджи Археон. Так, а с кем он играл? Идегельчик так и есть. Здорово, Эсерфани. Не знаю, кто такой Идегельчик. Поехали. Так, что на GSL 10 плюсиков-то появилось? Да, появилось 10 плюсиков на GSL. Спасибо всем, ребят. GSL на главный. Ну просто кусочек пирога, это, соответственно, наш игрок какой-то. Я не знаю откуда, но я не знаю, кто это.
Ну, Фанни, может, подскажет. Вторая игра, посмотрим, сколько она будет длиться. Я думаю, что вот эту игру постримлю я еще одну, вот три, может быть, сегодня и буду прерываться, потому что времени много, а может, я еще польское ВЦС сегодня вечером постримлю. Нужно просто перекусить будет, тут делами какие-то заняться. Но, погодите, во сколько? А, в 9 часов польское ВЦС будет, как и вчера. Там, кстати, финальная часть, там будет интересно, но это будет рестрим разве что. Сэвон Иксигон, спасибо за информацию, но я реально не знаю, кто это. Вот. Ну, новый игрок, что ли, уже нового времени. Так, причем кусочек пирога в тупую Nexus 13 ставят, или 11 даже Nexus. И второй раз подряд, причем на карте, где даже рампы нету, то есть приходи, пуш, не хочу. Хотя на предыдущей то же самое было. А, старичок просто раньше не так хорошо играл. Может, поэтому, я не знаю. Сложно сказать, просто я как бы многих помню, кто и не прямо, ну, игроков, кто играл, они просто не супер сильно. Но если он как бы супер слабо играл, как это может быть, может, поэтому не знаю, потому что игроков все-таки много было. И, наверное, из каких-нибудь регионов, просто на ВЦГ не проходил, наверное, да, наверное, с каких-нибудь югов, может, или из Сибири, Дальний Восток, не знаю. Питер, Москва-то как бы я все, ну, многих знал и так, как бы. Всех практически, неважно, от скилла, как бы. Так, Архион тупит, смотрите, вот с одной базы, ё-моё, и две пробки ставят. Что ты делаешь-то? По отдельности направить. Две взял, направил. Вообще по одной надо, чтобы вообще не стояли. А, вот он что делает. Он тут, смотрю, майнер пилонами занимается, Архион. А, эндстоп Аркнион. Это не Архион. Это Аркнион вообще. Может, это не тот, про кого я вообще думаю? Просто Уфин такой, Архион. АйГ. Архион. Ну, не знаю. Пришел тут зелок от него один. Зелки здесь заняты выбиванием пилона. Тувинец. Ну, я говорю, наверное, да, там откуда-то оттуда. Тут Фин. Ну понял, ну значит Архнион. Может, я вообще путаю, может, он всегда Архнионом был, а не Архионом. Короче, хз. Я помню, плюс на ОЦГ там из Якутии приезжал игрок очень часто. Не помню, как зовут его. Он там постоянный был, ну, на ОЦГ России игрок. Забыл, даже интересные времена были. Зелки рычат, когда бьют. Не знаю, почему рычат, но у зелков энергетические мечи, но бьют они как будто железом, по железу каким-то. Вот это да. Ну, если пытается Архион драгонами расконтролить, ну да, ну зайдешь ты сюда. Здесь три фотонки уже. Нет смысла врываться туда, сейчас окружат нафиг драгунов. Понимает, он выходит. Контроль так себе, я бы сказал. Фотонки вот тут достраиваются. Кто на ОЦГ был? Кусочек пирога, он же Эдегель, минус драгун. Блин, ну если так, то я-то извиняюсь, потому что я, ну... Слушай, должен помнить, мы... Просто именно вот этого, может, никнейм по-другому раньше был. Я такого никнейм не помню. Ой-ой-ой, зафотонил Эдегель, посмотрите сверху.
Три фотонки строятся, пробки выехали. Поздно, ребятки, вы сюда выехали. Фотонки начинают разваливать. Просто пробки сейчас. Драгун прибегает. Драгун минус, но фотонки не такие жирные, как в первом Старкрафте, ребят. Очень вовремя среагировал сейчас Аркеон, молодец. В первом Старкрафте это все ГГ было. Во втором, простите, Старкрафте это было бы ГГ. Фотонок больше ХП было. Не было, а есть во втором Старкрафте, чем было в первом. Если я с ним фотку, ну, с ЭГ, если он приезжал, тем более, фотку с кэша помню, с никнейм, наверное, другой какой-то. Так, минус пилончик. Я уж думал, зафотонил. Но неправильно оценил фотонки, они здесь вообще, посмотрите, 100-100 они, ё-моё, что это такое? 200 хп. Погодите, а во втором StarCraft сколько, кстати? 150-150 же получается? Фотонки или как у них по хп? По-моему, да. Конечно, фотонки выгоднее, чем пилоны. Грыз пилоны во втором StarCraft в 3 раза жирнее, чем фотонки. Нечто уже запутался весь. Здесь 200 хп, 600 пилонов, во втором StarCraft 300 пилон... 400 пилон, 300 фотонка. То есть, ну там близко очень. Так, здесь есть пилончик на хайграунде. Сейчас драгун прибежит. Что-то Аркеон тут тусуется около... около вот этой фигни под названием Protoss Temple. Но чтобы нормально все было, ее ривером нужно выбить. Передроп пошел на хайграунд. А ривер что, поползет отсюда с такого расстояния туда, что ли? Я чуть не понимаю. Так, передроп пошел. Здесь у нас два пилона, чтобы тяжелее пройти было. Два драгуна, два зелка выводятся. Уже 5 гейтов и прирост хороший. Да, здесь Нексус окупается. 38 пробок на 21. Здесь больше боевого лимита, конечно. Но за счет 5 бараков, я думаю, отобьется кусочек пирога. Здесь должен отбиться. Фокус драгуна очень хороший сейчас был такой. Ну, одного драгуна-то фокуснул. А дальше что? Второй ривер, сейчас два уже ривера, с двумя будет выход делать. Здесь драгун, вот зачем сюда, вот, зачем привез сюда драгунов? Привез и отдал, просто 5 драгунов никуда. Сейчас с зилками, просто я говорил уже, что драгуны с зилками против просто драгунов, ну очень эффективны в первом StarCraft. Зилки наваливают. Здесь фокуси, не фокуси, в итоге юнитов отдал. Если бы они были под двумя реверами, они бы вообще бы просто уничтожали бы. Короче, бред полный сейчас делают. Прот зеленый Аркеон отдается, конечно же, здесь он. Да, прилетают риверы, но попробую еще здесь. Ну, убивай достаточно рабочих. Реакцию хорошую Дегель. Чик демонстрирует, он же кусочек пирога. Здесь у нас что-то пробки пилят риверков. Передроп дальше пошел. Патрончики летят. Летят неплохо. Но здесь прирост. Смотрите, здесь драгунов много реально ходит. Они все новые и новые подходят. Сейчас минус шаттл будет и минус ривера. Минус ривера без шаттла и минус шаттл в итоге тоже. Короче, не удался врыв. 55-40 по лимиту. Прирост здесь как был большой, так и остается весь. Пробок сейчас назад приведет, конечно же, прот с белой. Уже третий некс уставит. Просто добычу нужно поднять сейчас и в лоб выйти убить. Риверы в такой ситуации терять это поражение считает. Драгунов здесь. Здесь фотонки прикрывают. Зайти не получится никуда сзади. А по приросту здесь очень быстро обгонит оппонента. Только пробок нужно было вернуть сюда. Здесь 9 минералов. Они не добываются ни хрена. Сейчас посмотрю. Ну все, отогнал, драгунов много. Понял.
2008 год, помню. Какая-то фотка прямо с ножом. Замиксовано. Ну все, я понял, кто это. Правда, сильно прям мы с ним не были знакомы, я так понимаю, он, наверное, в 2008 первый раз приезжал на ОЦГ. Вот. Фотка веселая, конечно. Особенно фотошоп. Так, ривер есть. Ни одного выстрела. А вот один выстрел только ривер сделал. В итоге погиб. Здесь драгуны наламываются на драгунов. Ривер со смак. Ну, риверами контролить надо, конечно, блин. Минус в итоге здесь 3 Нексуса добывается. Вообще все замечательно. Ресурсов накопилось что-то много. Нексус пробивается. Это очевидная ГГ. Здесь дарки, правда, сейчас будут. Дарки, а что дарки? Ну, шаттл, ну дарки. Если одна база, ничего не поделаешь. Выходят дарки. Драгуны заходят. Зачем они сюда заходят? Я домой не ушел. Что под драгунами крутится? Когда они стоят на месте. Но это, видимо, то, чем они атакуют, как бы. Драгуны все подходят и подходят. Без обсервера решил прям без обса здесь убивать. Ну, рабочие падают. Дарки разваливают, драгунов просто бесконечное множество. Но тут уже такое преимущество у белого по экономике. 80 лимитов 25, что уже ничего не сделать. Сенсоры. А мне кажется, это какой-то реактор, которым они пиу-пиу свое делают. Мини, так сказать. Так, здесь зашли наверх драгунов несколько штук. Рабочие терпят. Здесь обсервер прилетает. Че он сюда прилетел, не знаю. А где роботы? А вот оно, робот. Обсерверы строятся. Все в порядке. Здесь 58 рабочих. Четвертый них уже пошел. Шаттл с 4 дарками прилетает. Здесь один дарк. Ну, да, он убьет, конечно, драгунов рано или поздно. Рабочих не осталось просто. Дроп на фотонки. Фотонки-то надо прикрыть. GG. Это Археон. Это действительно GG. Опора. Ну, не знаю насчет опоры. И что у драгуна отдача вообще есть, как бы. Ну, когда он бежит, она не крутится, как бы, точно. Ну что, зарядим что-нибудь еще не. Так. Так, Legend Dreams, так, Kingfish. Ну тут давайте еще одно бутри запилю я, пожалуй. Уже 6 часов будет, надо закругляться помаленечку будет. Потому что если польское ВЦ стримить, надо перерывчик сделать. Про польское ВЦ еще сам не знаю. ЛД Ким. А, вот, кстати, ЛД относительно неплохо играл на первой неделе, я помню. Кстати, на что-то типа гироскопа это возможно, да. Чтоб с любой поверхности ему шмалять драгуну.
БЛДБ по старой системе. Что ты, кстати, что ты имеешь в виду по поводу старой системы, в смысле? В старые времена ты имеешь в виду, когда все играли, или что значит старая система? Была система, это очень давно было, ПГ-тур сначала, потом ICK. На ПГ-туре проще было как бы набирать рейтинг, чем на ICK. Для трех плоскостей, так он же там по горам всяким бегает. У него же нет ствола, чтобы целиться. То есть... Может быть для этого? А, понял тебя. Сейчас новая система. Ну, видимо, да. Хотя зачем другуну гироскоп, если он просто может стрелять в разные направления? Он же энергетический. Тоже хороший вопрос. Не суть важно. Ну что, у Зерга... Так, у Зерга пул первый был, лингов заказано. Два побежали, еще четыре строятся, шесть лингов в общей сложности. Но они не одновременно, правда, заказаны. Вот здесь еще и КСМ-ка стоит, нужно ее принимать. Здесь у нас газ запилен. Марик один есть, второй строится. Ну, марики плюс КСМ этих лингов, собственно, отгонят легко. Так, прибегают линги, КСМ-очка минус одна. Марик, поехали, газ-то кто добьет? Ё-моё, он же регенится там. Он не быстро, правда, регенится. Тиран какой-то тупёж начался, пока лингов ловит там. Сверху часть юнитов тупорезит, что-то бегает вперед. Здесь у нас еще линги прибегают, начинают КСМ-ок ломать. Ну, Зерк сам затупил, что-то лингами криво законтролил. КСМ-ок уже на добычу, ну как же долго он катается, блин, 6 лингов прибегает, столько к... Это непозволительно раньше было так делать. Куда поехали-то все? Видно уже, что собак мало. Нужно возвращать назад на добычу рабочих тех. Да, возвращаются в итоге они на добычу. Мариков там 5, по-моему, штук. Барак плюс один добавляет еще. Нужно газ запиливать. Там еще барак, там 3 барака, академия, в стимпак выходить понемножку. Здесь макрохата, газ на мейне. Так, ЦСРК строить скоро готов будет. Академия пошла, ну, академия вовремя достаточно. Сейчас депошка пока не нужна, вот она жирная депошка строится. КСМ-ки переводятся очень вовремя. Как раз ЦСРК добавляется и КСМ-ки сюда приезжает. Правда, видно сразу, что прям кликнул сюда. Во втором Старкрафте, как в первом точнее, во втором тоже я стараюсь так делать, правда. Ну, старался, когда играл. И рабочий переводишь сюда, кликнул, и пока они едут, нужно выбрать по, ну, там, через shift, как бы. Одного отнимаем на другой минерал, отнимаем на еще минерал, чтобы они на разные минералы переходили, как бы, одновременно начинали добывать. Потому что в первом StarCraft они приезжают в один минерал, все тут становятся, и только когда по разу приносят, уже на другие, как бы, начинают переезжать. И из-за этого ты 50, там, а то, может, и к соточке минералов потеряешь. Тем более здесь 8 минералинок за раз приносят рабочие. В отличие от второго, старого, где 5 всего. И пошел выход. Пошел выход с
Скоро Steam будет готов, между прочим. Зерк видит, добавляет санок. И Гидроден готов. Муфлингом готов, Гидроден готов. Готов лейер Спайра. Спайр заказан. То есть Гидроден получается такой полуфейковый на будущее. Плюс тиран мог просканить, увидеть, подумать, что люра там, я не знаю. На центре здесь овера пробрил тиран. Скан пошел. Гидроден увидел тиран абсолютно точно. Еще один скан куда не заметил. Так, здесь марики встают к санкам. Расписания нету, я обычно на стримах говорю, когда стримлю. Просто на этой неделе я отдыхал, не начал стримить как бы сразу. Вот. Я думаю, что на следующий понедельник, может, воскресенье. Не, воскресенье DreamHack времени будет. Понедельник, наверное, ТЛС на следующей неделе. Посмотрим, как если будут по стримхака отдыхать, может, вторник. То есть обычно я просто на стриме говорю. Расписания какого-то нет. Я стримлю его тогда, когда нету стримов по второму Старкрафту. Ну а в будние дни обычно их нет, поэтому вот после каких-то там корейских турниров, либо просто вечерком в понедельник, вторник там, я не знаю. Просто, ну да, анонсы я тоже обычно не слишком заранее, но тут надо следить просто за каналом, за стримами. Талиски на мейн врываются. Тиран что-то не готов оказался. Туреток нету особо. И не особо, вообще туреток нету. Ну, рейндж пехоты зато есть, я вижу. Муталиски подшатали. Шатали неплохо. Ни один вообще не погиб пока. Еще одна КСМ-ка минус. 29 КСМ-ок, 28 дронов. Гидра строится. Делается люркеров. Люркер. Грейд на люру. Пытается муталисками шатать, ну. Шатает, в принципе. Марика, например, не добил. Муталисков терял один. Манджибату, привет, спасибо, что смотришь. Туреточка одна есть. Лимита тирана больше. Талиски как-то неожиданно для него были. Зашатали КСМ как-то на стейке зер. Стебает штук, наверное, я не знаю, порядочное количество. Сейчас вот штук 7 здесь застебал на этой базе. Нужно туретк раньше было добавлять. Пожалел денег на туретки тиран. В итоге терпит здесь. Сейчас еще и мариков могут подшатать. Сканы там идут, не знаю, видит люру, не видит. Я думаю, что должен был видеть тиран. Здесь 5 плеток есть. Третья хата ставится. Ну что, видит всю зерк прекрасно. Здесь Марика подрезал за газом, там он что-то стоял. Ну, тиран подстроил, в принципе, лимит, посмотрите, его больше, чем зерга. У него есть два танка уже. Не знаю, танки с осадой или нет. Должны быть с осадой. У него сейчас будет... облучение тиран сейчас делает уже. Облучение, это Irradiate. Так называемый. Можно в муталисков его будет кинуть в стек. Либо люру облучать. Босс, три семерки. Спасибо, что смотрите, ребят. Первый StarCraft будет, как бы, он будет не... Он будет изредка, раз в неделю, пока отборочные идут. Когда RO32 уже сетка начнется, там и игры будут интереснее, там уже отберутся лучшие игроки. И
Может быть, даже прямой эфир будет когда-то. Вот танки без Сиджа. Так, нужно отвести немножко назад. Провал полный. Скан пошел. Ой, как. Ну да. Ну да. Подрался тиран. На B-минус что-то не тянет. Как он подрался сейчас на Б. Короче, провал сейчас от тирана был. Полный. Записи с ТЛС на YouTube я выкладываю. Там есть ссылка на канал. Они там все лежат. Обычно. .88-79. Ну, пока лимит у тирана есть. Если он... если он сейчас нормально будет контролить дальше мариками, то, в принципе, еще может что-то сделать. Делается уже вторая атака на пехоту. Видите? А, не армори. Вот, для продолжения грейдов в первом Старкрафте, в отличие от второго, не армори нужно было, а вот это вот здание. Исследовательская лаборатория, там, или как она, я не помню, называлась по-русски. Здесь хата ставится, тиран видит. Третий у зерга начинает добываться. 40 дронов. Здесь 45 СЦВ-шек. Тряхнуть стариной. Да не, желания нет. Мне писал там этот тупокалипс, который для буржуев стримит. Типа, не хочешь сам поиграть? Я говорю, не, нафиг. Какие сам сейчас? Это просто провал полный. Будет. Так, огневичков тут 5 добавляет. Прям, смотрите, 94 лимита. Зерга уже больше лимита. Нидус строится на верхнюю базу. Так, сейчас он из Нидуса 2 люра... А, здесь уже есть 2 люра, понял. Все в порядке. Блин, вообще не контролит научные судна свои тиран. И это очень печально. Здесь уже есть темная стая. Вот она кидается. Все, до свидания. Теперь нужно бегать по всей карте. Уже в лоб так и не подраться будет. Тут уже ничего не сделать будет тирану. Против вот этой темы что решает? Как раз таки вот эти шарики научные судна. Почему? Потому что дефайлеров их не так много. То есть их нужно облучать или руку облучать. Но за игру тиран уже их там натерял. Вот очередное минусуется сейчас. Минус. Она медленно слишком летает. Не успели марики прибежать прикрыть. Так. Еще одна пошла темная стая. Вот единственное, кто в ней бьет у тиран, так это огневички. Но чтобы огневичками разбирать это, нужно опять же научное судно. Нужно на них матрицы кидать, чтобы они жили дольше, заходить туда. Так, где-то что-то кто-то атакует. А, ё-моё. Здесь уже, посмотрите. Здесь уже... Гварды, они не бруды, это гварды, гвардианы. Зерговский пару построил в райтов сейчас тиран. Да, отобьет этих юнитов, но зерг-то, смотрю, неплох прямо, но уже тут гвардами шатает. Здесь, так, люра что-то внизу делал, непонятно что, тиран наверх заходит, ну здесь кинги сейчас придут. Так. Гварды падают понемножечку. Ну, дэмэдж они нанесли, 93-81, пока у тирана еще лимита 80 сохраняется. Здесь копается люра под темной стаей, все, тиран зерг тирану разбирает. Все к ничего, но у зерга грейды, кстати, нулевые вообще. У тирана есть две атаки, грейды вообще не... А нет, тут коготь один заказан. 1-1, не, все-таки делает милишный, молодец. Здесь база тоже занята, давно уже занята, да и здесь добывают. Короче... Здесь все для тирана печально и очевидно практически, но зерг пока не может реализовать свое преимущество. Нужно это сделать. Здесь минки, кстати, от темной стаи, которые эффективны.
закапывают снузырк, идет через, смотрите, он тупо заходит через вот третью тирановскую, и это направление вообще не прикрыто. Так, здесь бультурки заходят. Гинги с адреналином, конечно же, уже вон они как атакуют жестко. Грейды еще не доделали. Здесь тоже что-то зерк стоит, пока вперед не спешит идти. Дефайлеров нет энергии. Ну вот линги. Они это... Так, ГГ пишет. Тиран понял, что все печально. Наверху не законтрить, здесь не законтрить. Так же, как... Погодите, а во втором Старкрафте у зергов никто так энергию, получается, не пополняет. Только вайперы из зданий высасывают. Ну да. Сжирают своих юнитов за энергию, в общем-то. Товарищи дефайлеры. Ну что, вторая игра этого Бутри, поехали. Ну что, медуза, карта вторая у нас. Первую зерк достаточно просто взял. Так. На седьмом лимите КСМ. А куда она поехала на седьмом лимите? Паракать. А, какая, какой-то очень агрессивный билд от тирана. Причем в первом-то Старкрафте барак можно до депошки было строить, в отличие от второго. Вот депошка пошла. Какой-то выход с мариками, может быть, попытка застроить вторую базу, что ли, я не знаю. Я уже не помню, что с таким бараком одним. Риперов никаких нету во втором, в первом Старкрафте. Еще тут можно сделать с мариками, с этими. Так, Суприм, привет. Не понял, кто чем мискликнул, я что-то не понимаю. А, пехота пошла, КСМ-ка. А, все, ну да, в первом-то Старкрафте получается с одного барака бункер рашили, в отличие от второго. Во втором Старкрафте там не бункер раш цель, а там просто два барака из центра, даже без бункеров они решают просто марики, потому что они там контролятся по-другому. Здесь же именно марики с бункером. Че, КСМ пришла, тиран понял, что зерк все контрит тупо пулом первым, отходит назад, и что дальше? Дальше развиваться надо. Здесь две КСМки тупят вообще адски. Две КС так вперед поехали, марики что-то стоят. Саплай блок. Саплай вообще, блин, тиран просто не понимает, что делает. Он проваливает сейчас все. Так, линги бегут вперед. 6 есть, здесь 3 осталось. Здесь линги прибегают. 6 лингов, 4 мариков хоть как не убьют, это точно. Так, секундочку. Так, все, я здесь, ребят.
бункер занял, что базу сейчас будет занимать, рабочих построить. 14 КСМ-ок. Здесь 10 дронов, ну здесь у Зерга вторая база есть, там Сэшка даже не заказана. Так, мув не делается, третья хата у Зерга делается, полеточка делается, уже заказывается она, КСМ-ка поехала вперед, плетка очень быстро морфится, поэтому она до КСМ-ки успеет. Минус КСМ-ка. Просто так нельзя взять и пройти мимо плетки. Здесь у нас лэйр делает 17 дронов. Здесь 18, 19 КСМ-ок. Вторая СС-шка сейчас будет готова. Переводит рабочих, в принципе, в тайминг. Академию как не было, так и нет. Инженерку построил грейд почему-то. А вот заказал грейд. Добыча начинается на вторую помощку. 21 к... Ну, здесь Зерк уже обогнал по рабочему. Нужно раскачать треть. Так, третью начал добывать. На мейне тоже помощку все добывается. Ну что, готов лейер? Будет ли спайр? Да, пошел на третий спайр. Плеток нужно заказать, иначе в лоб может пробить тиран. Хотя какой лоб здесь, только бараки добавляются, ему у него нечем выходить. Ну, недостаточно у Зерга разведки, чтобы понимать, что вот именно так вот все. Вообще, как бы, как раньше делалось, ты боишься чего-то, выхода тирана. Здесь линга ставишь, заказываешь колонии просто, и не морфишь пушки, уже еще плюс 50, то есть экономишь. А вот если выход идет, ты уже заказанно их начинаешь морфить там на У. 27 дронов. Спайр скоро будет готов. Нужны сейчас оверы обязательно. Так, точку сбора, куда она стоит? Почему здесь-то не оставить этих дронов, оставляя здесь? Овер заказан раз, овер заказан два. Вот эта база вообще не раскачана, нифига. 800 минералов. Сканет тиран. Вот он видит и спайр, и здесь что происходит. Спалил сканом, молодец, все. Пятый барак добавляется. Нужно туретки строить. Туретки чуть тиран не спешит строить, странно, хотя инженерка есть. Муталисков заказано, я так полагаю, около штук 9 сейчас. Но, да, как-то так и заказано. Гидроден в итоге. Тут на третьей базе газа нет на этой карте, потому что гидроден не самый ранний будет. Здесь у нас, видимо, пришел респ ставить тиранчик. Туреточка. Так, две около мейна, здесь одна туретка. Кстати, таким количеством мутки можно туретку эту легко убить, на самом деле. Ну, малики на стимпаке прикрою. Ну, талисков главное не терять много. Не очень правильно, не очень стеком эффективно атакует зерк. Почему? Потому что муталисков абсолютно достаточно, чтобы малика с удара убивать. Ну, с удара убивать не получается. Значит, пиво атакует. Вот, и сейчас тоже один раз по туретке не стрельнул. Вот по Марику, что это за залп такой? 19 хп снял, это... Не знаю. Два муталиска стрельнули, там, 18. Или даже один.
Надо стейк тренировать. Здесь у нас гидра строится. Так. Здание для королев делается. Лугово королев. Как здесь мутки шатать продолжают. Без стека здесь шатает особо. Клетки падают. Можно рабочих сейчас шатать. Выход от тирана на центр вышел. Сюда вот он к зергу идет. Здесь 4 люркера морфится и уже навряд ли. Ну, кстати, если бы прямо сразу тиран вперед пошел бы, он мог бы попытаться пробить. Ну как здесь? Еще, посмотрите, марики лезут вперед на плетке. Здесь желательно подходить немножко, чтобы танковали выводить мариков, точнее, медиков вперед. Да, проще пробивать. Ну вот сейчас, если скан кинуть, мариками может неплохо ворваться. Копается люра, скан пошел. Мариков что-то недостаточно, у меня такое ощущение. Муталиски возвращаются прямо на мутку. Гидралиски возвращаются. Мутка плюс гидра здесь отобьют. Не без потерь. Еще один люркер откуда-то взялся. Тиран его не заметил, не законтролил. Так, пошел скан. Тиран сканит, начинает люра пытаться выбить. Люра выбил, но мариков-то тоже мало остается. 36-65 по лимиту. Но такое ощущение, что тиран тут убивает. Но тиран-то с двух баст играет. То есть, если не дожмет, то есть даже газа нет на второй. Еще у шанса у зерга есть. Если не дожмет. Так, плеточки добавляются. Нужна гидра, нужно больше люры. Есть хайф. А для чего хайф? Ну, для темной стаи может он вкатить этот хайф. Ну, дефайлера нету, здания для дефайлера. Они же чумовички. Грейдов тоже что-то зерк не делает. Здесь зато прокси-хат, посмотрите, которая решать будет в итоге. Делается Нидус. Так, тиран видел, что ли, прокси-хату? Нет, он просто вслепую туда ведет юнитов своих. Сканы идут, здесь очередной налом пошел. Ну, плеток достаточно много. Марики через мух на мейн, кстати, проходят. Ну, 3 штуки, правда, всего прошло. Еще линги гидра запиливается. Здесь хата будет отменена сейчас, естественно. Нужно будет рабочих сныкать в Нидус. Линги выходят, марики без медиков остаются как-то криво в итоге. Сейчас марики медики уничтожены будут. 76 лимита на 30 просто сейчас ситуация. Хата падает, дроны, я не знаю, погибли или нет. Дронов 18, здесь 38 рабочих. Ну, зерга технологии на стороне зерга. У него 3 базы, у тирана 2. Натупил. Каким-то образом, они-то минерал воком рабочие начали толкаться, затолкали бедного линга сюда за минерал, ему вообще не выйти теперь отсюда. Тиран все в итоге отдает здесь. Зерг без грейдов очень долго убивает. Ну, тирана, кстати, армора тоже пока не сейчас 1-1. Скоро будут грейды. Вот этими лингами можно мариков убить. Они без медиков. Без огневичков. А вот и дефайлеров здания. Вот и грейд на пожирание лингов пошел. Сейчас уже темная стая будет. Блин, 40 лимита, но темная стая может перевернуть даже с 40 лимита, реально может. Тиран не, даже не пытается третью ЦЦшку поставить. Вот в чем печальная ситуация для него. Почему? Для меня загадка. Так, сотки энергии нету, грейда еще пока нету. Ну, скоро уже и сотка будет. Так, один люркер морфится, еще один люркер морфится. Кстати, темной стаи в такой ситуации аккуратнее нужно быть. Если лингов не будет, вот здесь можно кинуть темную стаю.
какие-то оплетки по тирану бить тупо не будут, как бы, если лингов не останется или рэй. Пилится темная стая, копается зерк. Заранее он пилит, чтобы не прогореть. В принципе, может быть, даже и верно. Мув. Так, групп овером делается, я вижу. Здесь у нас третий цешк, 122 тирана. Вижу две факты, уже там заминировал все против темной стаи. Ну, по лимиту у зерга совсем все печально. 55 на 124 по лимиту. Ну, слиться для тирана еще есть вариант. Правда, я не знаю, как с таким лимитом можно слиться. Вот, ну, темная стая, я говорил уже, она чудеса в первом Старкрафте творит. По 50 энергии за линга, нужно еще одного скушать. Причем можно ультрала скушать и также типа 50 энергии будет даваться. Так, чумой сейчас неплохо. А чума, вот это против тирана вообще тема очень опасная такая была. Причем если сейчас на муви не идти тирану, то медики еще и всю энергию потратят на этих демедженных юнитов. Что эта штука давала? Она просто снимает все хп до единицы, ну у некоторых юнитов пожирнее, до 2, до 3 хп. И действует очень долго, то есть оно постоянно снимает. На пехоту сверхэффективно, все там демедженное просто в мясо. Так, оверы, блядь, 59 лимита за эркостров. Вижу, сейчас есть и Greater Spire. У тирана 150 на 50, ё-моё. Два, третья факта, еще факты. Не понимаю, почему тиран какие-то факты строит, вместо того, чтобы просто био намасить, сделать грейды, сделать научных суден. Но это на этот контроль, конечно, нужен. Так, никаких ультралов, ничего такого не пытается зерк делать. Так, рейнджовая атака и милишный куба сейчас делает. Юра копается ближе. Раньше на муви тут бегает, клан на муви бегает, не понимаю. Из лингов можно пополнить энергию, просто нужно чуму кинуть туда. Вот смотрите, сколько там все. Ой, какая чума проходит. Юниты агрятся сами на лингов, нужно отводить тирана, он не отводит, тупит. Еще линги, еще люра идут наверх. Здесь есть минки, но минки можно лингами разминировать сейчас. Эту группу хочет отжать зерк, насколько я понимаю. Линги врываются под чумой, и марики вообще сопротивление оказать не могут. Даже фаербаты не могут лингам сопротивление особо оказать, потому что у них хп вообще нет. Теряет всю эту группу тиран в итоге. Здесь, значит, ультуры на Блу ломятся. Попытка выбить дефайлера неудачная в итоге была. Опять четвертую хату собирается зерк заказывать. Есть оверы, судя по всему, с дропом. А дроп, кстати говоря, лингов плюс вот этих ребят с чумой, плюс люры на мейн для тирана смерть подобен. Вот сюда дропнуть несколько люркеров, пару штук хотя бы, плюс чумовика, плюс лингов. Это такой саплай блок, можете посмотреть, сколько депошек там вообще находится. Два люра полетело в дроп. То есть зерк медленно, но верно, пользуясь технологиями, усиливает свое влияние, я бы сказал. Тирана лимита много, а толку нету. Так, один люркер на третью заходит. Копается один на мейн под рабочих. Видит ли тиран? Да, видит, что происходит, но теряет рабов уже. Нужно возвращаться, нужен мультитаск. Здесь сканит тиран, что-то он ходит. Тут танки, ультуры. Вот этот свич в технику, мне кажется, он абсолютно ненужный будет для тирана сейчас. Так, на стимпаке марики фаербаты идут вперед. Так, не того, по-моему, сейчас заэродиетил тиран люра.
Один отдался, здесь минка гидра минус. Нужно аккуратно сейчас минус 3 гидра, может быть просто. Четвертый байс, тут пару рабов приехали. Ну, тирана хоть и 150 лимит, он сделать ничего не может. У зерга было 50, потом 60, теперь уже 75. По чуть-чуть, но лимит увеличивается. Дропчик на мейн пошел очередной. Вот, пожалуйста, как я говорил, здесь миллиарды пушек, ничего не прикрыто вообще. Ну, зерг группует прям под эти депошки, кстати говоря. Деньги танк выбивают сейчас. Если хекс, хайф, кстати, есть, делается панцирь. Когти тоже делаются. Облучение люров идет. Вот начинается депошки уничтожаться. Саплай блок уже у тирана, пожалуйста, пошел. Ну что, облучение в итоге зарешало. На центре зерк что у нас? Что-то один люркер закопан. Вультура есть, вультуру он гоняет. На четвертый тут как-то вяленько зерк раскачивает. Нужно плетки, какие-то пушки заказать. Нидус заказывает сейчас. Ну сейчас армор будет готов, сейчас попроще, конечно, зергу станет. Так, здесь линги на халяву танков на хайграунде убивает. Адреналин готов. Овер сейчас под радиейтом. Линги на мейн прилетают, сейчас начнут депошки шатать. Депошки шатают, демедж просто нереальный по депошкам. Здесь куда-то линги тоже побежали, а здесь группа юнитов тирана. Нужно их развалить сейчас. Заходят линги. Марики, дрейды 1-2, у лингов 1-1. Марики нормально с медиками, если они будут дерутся. Опять саплай блок сейчас будет у тирана, он один линг просто там с адской скоростью грызет. Депошка догорит, скорее всего. Да, и саплай блок опять обеспечен. Тиран, здесь 61, опять лимит у зерга упал. Ну, тиран все дома там где-то сидит, ничего не делает, не выходит вперед. Линги бегают, здесь надо как-то разминировать центр, видимо. Но зерк понимает, кстати, где минок нету, обходит сверху хитро прям как, а? КСМ-ки, куда КСМ-ки-то поехали, чуть не понял. Так, зерк на заходит на четвертую тирана. Лингами пытается мариков убить, лингами мариков убивает. Дур пока даже не копает, вот один первый закопался. Марики минус, рабочие падают. Сюда просто лингов привести и базу убить. Тиран прям как-то в наглую базу так ставит. Я даже не понимаю, как он делает. Так, здесь линги танки убивают, но пехота прикрыла все-таки. Два танка живых, нужно через низус выйти сюда, попытаться убить. Здесь у нас дроны поехали пятую. И зерк сам ставит, 71 лимита. Ресурс достаточно много. Грейтер Спайр уже 1000 лет, кстати, у зерга есть. Можно где-нибудь здесь вот гвардов запилить, туда, не знаю, убивать что-нибудь, пытаться. Научных суден достаточно много. Залез в Нидус, уходит дронами сейчас зерк. Здесь добыча идет вовсю у тирана. Зерк никак не контрит пока. Но у тирана, посмотрите, здесь КСМ-ок не так уж много. На мейне что-то добычу выбил всю зерк. Здесь база вообще кончилась. Да и здесь минералов не так уж много остается. Здесь люр копается один, выбьет добычу, в итоге зерк. По лимиту уже и нету, 150-129 у тирана. Ой, как юр там дэмэджи. Жесточайший. Убийца, просто убийца. Так, непонятно, что научный судьбин будет тиран. Просто люра обучить. То, что он делает, не работает на закопанных юнитах. В центре зерк тут лингами дефайлерами пытается отогнать оппонента. Ну, в
Дальнюю базу пытается Зерк запрессовать. 100 лимита уже тирана осталось. Эту базу выбил тоже Зерку. Зерк на трех фактически сидит. Еще один Нидус строит сейчас. ГД 1-1. Здесь Гидрал плюс Линга начинают биться с Мариками. Темная стая запильна. ЦЦшка сверху еще. Чума пошла. Ё-моё, чума-то нахрена сюда. Грейдов Зерк не делает. А, вот он хату ставит новенькую себе. Нужно убить чем-то эту хату. Ну так. НВГ. Зерги головой об танк и стучатся. Только голова с когтями. Так, здесь на патруле. Скоржи летают. Тиран вообще не реагирует. Здесь чуть непонятно. Бараки летают. Все летает. У тирана то ли био, то ли мех. Вообще сам не пойму. Уже 99 на 77 по лимиту. Ой, как, кстати, чума вот на научное судно. Чума это вообще жесть. И муталиска одного обычно строили. Он прилетал и глейвом просто все разваливал. Ну или парочку. В итоге там все печально. Так, ресурсы у Зерга есть. Здесь ЦЦ-шечка падает. Что-то все в центр полетело. 72 на 94. Тиран растерял все свое преимущество. Тут у него последняя база вот здесь добывается. И то нелепо. Хотя нет, здесь мышка ресурсов еще есть. Здесь гидралиска плюс... Плюс люркер. Это забрать, ну что, лучше так. Облучение гидрала идет. ФСМ-ки отобьют. Здесь на... матрицы какие-то на рабочих кидают у нас. Тиран непонятно. Ну, сейчас люр доморфится и развалит все нафиг. На яйцо облучение не кинуть, да и бессмысленно. Здесь у нас делается Нидус. На четвертой гидры все больше и больше. Нужно как-то в центр может выйти. Какая-то долгая игра, и где экшон-то весь? Зерг на 8... Зерга больше 100 лимитов, всю игру не было. Это... Ну, тут уровень, конечно, игроков оставлять желать лучше. Были игры и по лучше, конечно. Так, Дефайлер, Люр и Гидралиск летят сюда, но здесь... Так, здесь танк, культура есть, здесь порядочно танков. Дропнул Дефайлера, люркер погиб. Ну а дальше что? Так, ну чуму кинул сюда. Уводить Дефайлера нафиг. Минуснулся он в итоге. Видишь, гидрой бегает, вычищает минки все в центре Зерк. Правильно делает вместе с овером. Нужно расчистить, чтобы было удобнее. Здесь тиран тоже выбил вроде как люра. По лимиту более-менее хоть стабилизировался. 88 Зерга, прямо больше лимита, чем в предыдущие времена все. Так, линги дропаться были. Куда они летят дропаться, я не понимаю. Сюда, может быть. Перешел в мех, а грейды на мех не делал. Смотрите, танки какие-то, голиафы. Да грейды на этих юнитов нужно делать. Без грейдов вообще бесполезно практически. Три овера залетает, тиран вообще пока не реагирует никак особо. За перодеятел оверов. Ну, оверы, конечно, погибнут. Абсолютно это очевидно. Зерга армор еще и ренжовая атака. Что, здесь базы везде построены, ничего нигде не добывается. Тиран опять 130 настроил. Как-то мех начал строить, опять 130 настроил. Неожиданно прям для себя, походу. Атака заказана. Выход пошел куда-то вниз. Тиран решил подраться, похоже, на то. Есть дефайлеры и много чего здесь есть. Из гидра приходит, убивает вультурочек. Хотя не, они сныкались куда-то. Темная стая. Здесь гидра все разбирает. Еще гидралиски, еще какие-то оверы полетели. Какой-то дроп большой Зерк действительно готовит. Можно собрать в этот дроп еще юнитов вот этих на самом деле. Ни хрен ты выбьешь чего.
Здесь не запрессовать будет, здесь много энергии, здесь есть дефайлеры. Просто так сюда не зайдешь. В это время зерк идет выбивать последнюю базу тирану. Кстати, вот к сотке лимита впервые в игре приблизился. Так, здесь минку за гидры достает, прям я вам скажу. Не слабо. Прилетает еще оверы сюда. Здесь есть несколько оверов загруженных для дропа. Убивается база тирана. Не последняя, здесь еще добыча есть, вот, но это новейшая база. Здесь и газ есть, здесь нет газа. КСМки едут, отдаются все нафиг. Здесь тиран выбить не может. ГГ пишет, устал тиран от этой битвы. Ну такая игра, честно говоря, провальненькая, я вам скажу. Так, ну что, на сегодня все. Пока, ну, если я вернусь, то это будет вечером, и это будет польский ВЦС. В общем-то, следите за анонсами, я пока не уверен. Это все на YouTube выложу. Завтра увидимся, завтра Старлига, завтра... этот. Ну, если будет время и первый StarCraft по стриме. И еще из игры будет Keep Bet Race Wars. Короче говоря, до связи, ребят.